Здравствуйте, дорогие друзья! Как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо у вас. У меня тоже. Решила вот вам небольшое такое вечерком послание сделать. Пожелать вам хорошего, доброго здоровья, счастья, любви, гармонии, чтобы у вас все в жизни только было хорошо. Нацелить вас на добрые, позитивные мысли, чтобы вы думали только о хорошем, старались, по крайней мере, и несли этому миру свет, добро, созидание, и оставались такими же хорошими, добрыми людьми, помогали друг другу в любых жизненных ситуациях, чтобы с вами не происходило, не теряли силу духа, не теряли самообладание, не теряли стремление к хорошему, к позитивному. Думали только о хорошем. Главное, чтобы в себе, в своих мыслях позитивный результат. Что вы хотите, позитивное, то образ. Мысли образами мы мыслим. И, соответственно, мы должны именно такой результат.